Предвыборное турне партии «Республика» продолжается на юге страны. Агитационный автобус прибыл в Шымкент. Партийцы провели заседание в региональном штабе, где обсудили промежуточные итоги агиткампании. На собрании присутствовали и студенты. Они представили свои проекты в сфере IT, которые могут улучшить условия жизни в городе. Местные жители рассказали на встрече о том, как они живут в Шымкенте, говорили, с какими проблемами сталкиваются и как, по их мнению, можно изменить ситуацию. Представители партии рассказали о своей предвыборной программе. Ранее агитационные группы побывали в Алматы, Астане, Талдыкургане, Сараузеке, Кунаве и в Таразе. На сегодняшний день активисты встретились с более чем 30 тысячами казахстанцев. Помимо встреч, особое внимание партийцы уделяют и наглядным материалам, плакатам и агитационным листовкам.